Представители православной молодежи, а также духовенство, опекающее молодых людей из 12 европейских стран, собрались в эти дни в Вильнюсе на форум православной молодежи Европы. Форум проводится на базе Виленской Свято-Духовой обители и отеля Домус Мария около старинной острой брамы, где верующие могут поклониться чудотворному образу Божией Матери. Форум является своего рода образовательной площадкой для молодежных лидеров из стран Евросоюза, православные общины которых живут в условиях инославного окружения. Участники конференции получили возможность консолидировать разрозненный опыт и пообщались с лидерами молодежного движения из России и Беларуси. В рамках форума на протяжении 5 дней проходят круглые столы, дискуссионные площадки, лекции, есть и время для неформального общения. Результатом форума станут конкретные решения по проблемам взаимодействия. Его участники получат знания о новых формах и методах работы с молодежью. По итогам форума православной молодежи Европы будет создан интернет-ресурс с базой данных о православных молодежных активах Европы. Рады, что возможность есть обменяться опытом, поближе познакомиться, чтобы связи укрепились, чтобы отношения продолжались и после того, как все разъедутся, чтобы проявился общий, так сказать, вот общий христианский дух, выявился бы здесь, дух любви, дух мира, дух созидания, чтобы мы так трудились во славу Божию, на благо церкви, благо нашей церкви. И, а главное, чтобы принести пользу молодежи, новому поколению православных христиан. Хотелось бы выразить большую благодарность организаторам форума за предоставленную великолепную возможность объединиться, подружиться, пообщаться, обменяться опытом, научиться чему-то и, может быть, в дальнейшем выработать какие-то совместные формы работы и помочь молодежи в этом непростом мире справиться с вызовами сегодняшнего дня. Мы хотим реализовать в рамках данного форума, сделать такой реальный продукт. Это карта в интернете с контактной базой данных отделов по делам молодежи, учреждений по работе с молодежью, представленных здесь стран. Я очень надеюсь, что каждый участник подчерпнет какие-то новые стороны своих коллег, найдет ответ на профессиональные вопросы и будет дальше продолжать контакт, общение со своими коллегами.